6 февраля. Бетонные работы. На сегодня на 21.00 запланировал старт с применением самоскользящей опалубки. Подрядчик «Монолит» стройпроект. На монтажном горизонте на данный момент присутствует 75 человек рабочих подрядчика. Ночь планируется дополнительно еще 30 человек добавить. Значит, бетон заявлен на 9.00. Акты скрытых работ частично подписаны. Сейчас происходит устранение замечаний по армированию небольших. И я думаю, в 6-7 часов акты будут готовы. Значит, самый серьезный вопрос, который есть на текущий момент, это температура. Температура внутри тепляка составляет 10-15 градусов. Температура поверхности бетона, так называемого шва бетонирования, составляет минус 2-0 градусов, а температура опалубки составляет плюс 5 градусов. На текущий момент это не является достаточным для старта бетона. В связи с этим дополнительно устанавливаются дизельные пушки на первый минус первый уровень подъемной опалубки, порядка 25-30 штук. Значит, ориентировочно температура бетона поднимается где-то полградуса, градус в час. Планируем к 8-9 часам иметь достаточную температуру для старта. Собственно говоря, все здесь, никто в 6 часов не сваливает. Кахович, Тюрин, в технадзор, все на монтажном горизонте. Все, увидимся 8:30-9. Спасибо.